опять. Что, я это, не что? Знаю. Просто хожу с очком. С очком ты ходишь? Да, сачок, это мой сачок. Я вот сюда его положу. Вот полоси его. Положу. О, ребятки, привет! Привет! Поздоровайся с ребятами. Здрасте. Здрасте. Что делаешь, Люлик? Пальцами тыкаю. Не надо пальцами тыкать, надо вот так. Здравствуйте, ребята! А что, если ты все так надо? Как? Ну, здравствуйте, ребята! Ну так не надо, так не надо. И пальцами тыкать не надо. Ты вообще не позоришь, не понимаешь. Смотри. Так не надо. Смотри, так не надо. Есть правила этикета, поведения. Этикет поведения. Смотри, что нужно. Ты вот такой выходишь, говоришь, здравствуйте, ребята. Вот так, или вот здравствуйте, ребята. Ну пальцем нельзя показывать, ты что? Это вообще запрещено. Сейчас попробую, подожди. Давай, попробуй, давай, я посмотрю. На, держи, давай, давай. На, держи. Давай, давай, пробуй. Здравствуйте, ребята! Ты что? Во-первых, ты со мной даже не поздоровался. Ты же вошел в комнату. А ты мне не говорил с тобой здороваться. Ну здравствуй, что я тебе, ты друг, что ли? Давай попробуй еще раз. Ты заходишь, видишь, если в комнате кто-то есть, ты здоровался в комнате, а потом ты... Здравствуйте! 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 Здравствуй, Гаркуська! Здравствуй! Ай, Юалек! Что? Что ты все путаешь? Ну ты же сказал здороваться со всеми, кто есть в комнате. Вот это игрушки твои. Ты можешь вот так зайти и сказать «Привет!» Жорик, а потом «Привет, игрушки!» Не надо со всеми здороваться. Ну ладно, давай еще раз попробуй. Давай попробуй. Привет, Жорик. Привет, Лялик. Здравствуйте, мои любимые игрушки. Привет. О, привет, ребята. А меня тут Жорик учит правилам этикета. Да. Он сказал, что пальцами тыкать нельзя. Нельзя. Вот так, нельзя. Нельзя. А вот так вот, да. Вот так тоже нельзя. А еще мне что-нибудь расскажешь про правила этикета? Да, я тебе могу... Смотри, все, что нужно. Нужно всегда здороваться. Это раз. Вот так. Так нельзя на качелях кататься. Ты видел, как вот так вот катаются на качелях? Когда я не видел, ты знаешь, что так... Вообще вот качели сломаться, если ты так будешь вот так дергаться. Так что, нельзя? Так нельзя кататься? Нельзя, ты что? Ну что ты даже вот на месте стоишь и дергаешься только? Так нельзя кататься. Хорошо. Надо красиво кататься. Вот так ля-ля-ля. Так нормально кататься. Ля-ля-ля. Да. Ля-ля-ля. Ну можно, конечно, пошалить и там быстро покататься. Ля-ля-ля. Вот так вот дергаться нельзя. Ля-ля-ля. А еще слушай меня внимательно. Ребятки, да. Вы тоже слушайте. Нужно всегда здороваться. Здравствуйте, ребята. Прощаться. Здравствуйте, Жорик. Да. Да. Надо еще что, всегда говорить спасибо. Ну, спасибо, вот, пожалуйста. Да. Возьми, пожалуйста, мячик. Спасибо. Угу. Вот. Это и, здорово. Это очень здорово. А давай теперь ты мне. Давай, давай. Держи мячик. Спасибо. Вот. И ты знаешь, что когда все дети вот такие вот послушные, родители, во-первых, очень за них гордятся. А что во-вторых? А во-вторых... Они говорят, что он очень воспитанный, когда вот так вот. Ого! Вот ты идешь такой, да, бабушки сидят на лавочке, ты здравствуйте, бабулечки, и пошел. Он такой, вот какой он воспитанный. А еще знаешь что, Жорик, да. Я иногда могу сделать вот так. Жорик, а ты хочешь посидеть? Да. Присаживайся, пожалуйста. Ой, спасибо. О, это ты молодец, это надо уступать место в транспорте, вот когда едешь бабушкам. Девочкам. В трамвае, в троллейбусе, в автобусе, да. В маршрутном такси, да. В такси, да. На велосипеде. Нет, на велосипеде. Ну как ты уступишь место? Ты будешь ехать на своем велосипеде, говоришь, присаживайтесь, пожалуйста, а сам пошел гулять. Ну как, ты тогда твой велосипед... А я другу просто дам, скажу, вот возьми, прокатись. А, ну вот тогда да. Так вот видишь, да. Вот эти да, ребята, оказывается, это так вообще круто. Да, классно. Да, правила этикета такие классные. Теперь я буду всегда говорить спасибо, здороваться, говорить до свидания. Да. Вот, а что еще? А еще, знаешь, сегодня можно еще сказать до свидания ребятам. Но перед тем, как мы посмотрим мультик. О, да? Давай, давай. Ребята, спокойной ночи, спокойной до свидания! Ночи, до свидания.